Всем привет, я в магазине Светофор, город Орск, на ТЗБ, торгово-закупочной базе. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Вкусно всей семье, вкусно по-домашнему. Паштет печеночный с маслом. Пишите, девочки, мальчики, кто покупал, хороший или нет. 62,90, нам очень интересно знать. Все же не купишь, будем делиться, как говорится, своим опытом. А это что? Это печень трески натуральная, 131 рубль. Мне говорят, чтобы я говорила производителя, вы меня извините, но здесь так мелко написано, что я просто не вижу. Скумбрия дальневосточная, натуральная, неплохая. Тогда, помните, я показывала, там прям одна вода была, а это прям набитые банки такие, 54,50. Сардина. Даже не буду глаза напрягать. Кому надо, кому интересно, если что-то понравилось, зайдите и сами посмотрите. 245 грамм, 68,90. И васи. Килька. Килька неразделанная, обжаренная с овощами. Гарниром в томатном соусе, 63,10. Соус. Кисло-сладкий чили соус. Перчик нарисован. Терияки соус. Мне вот нравятся терияки. Я именно этот не пробовала, а вообще терияки мне соус нравится. Замачивать курочку, например. И острый чили соус с перчиком, с острым перчиком. Там со сладким, здесь с острым. А здесь вообще непонятно, что нарисовано. 300 грамм. 80,90. Мне понравились вот эти хлебцы. Молодцы. Лайт, легкие вафельные хлебцы. 37,90. Они такие хрустящие. Можно намазать маслечком или каким-то там сыром мягким. Очень вкусно. С витаминно-минеральным комплексом. Без дрожжей и ГМО. Гречка 57,20. Алтайская. 1 килограмм. Каша овсяная с абрикосом. 8 на 40 пакетиков. Не требует варки. 44,50. Лапша. Быстрого приготовления со вкусом курицы-говядины. Со вкусом курицы и говядины. 47,50. Кручу, кручу и не пойму. Вот увидела курочку и поняла, что вот так надо. А то что-то как-то я растерялась. Вкусная пауза. Биг ланч. 34 рубля. Со вкусом курицы. Это тоже биг ланч, только в мягкой упаковке. Со вкусом курицы 18,90. И совсем дешевая лапша быстрого приготовления 13,90. А вы просили шоколадные конфеты показать. Да, как раз вовремя. Давайте я пройдусь быстренько. Конфеты глазированные белорусские дары с клюквой. 500 грамм 150,50. Конфеты картошка 500 грамм 135 рублей. Вот смотрите, на подарки хорошо будет. Сласти 179 рублей. Три вида здесь. Вафельные конфеты 170. Так, сколько грамм-то? Сколько грамм, не вижу, не указано. 500 грамм вот. Вот они всякие разные здесь. Много получится. Шокозаврики тоже можно в подарок. Видите, большие такие конфеты. 500 грамм 133 рубля. Так, это карамельки, шипучки. Шипетучка. Три вида здесь 128,50. Халва. Халва очень вкусная, подсолнечная, с арахисом. И есть с изюмом. Да, вот с изюмом. 72,90. Конфеты. Мини-ух, глазированные. 161,90, 500 грамм. Конфеты серия классических вкусов. Нафаня
500 грамм 129 рублей. И еще конфетки в виде шоколадок. Конфеты 500 грамм 122,60. Невский кондитер. Это грибья в шоколаде волжский 153 рубля 500 грамм. Конфеты ягодка 5 147 рублей 500 грамм. А это сладуница рыжая бестыжая. Конфеты желейные комбинированные. Жидкая начинка с апельсиновым соком 150,90. Конца края нет этим конфетам. Это 130 рублей стоит. Мишки на ватрушках. Снежная особа, золотая кувшинка. 500 грамм 130 рублей. Так, сливочная му 119 рублей 500 грамм. Тоже как шоколадки. Трепет. Тоже конфеты в виде шоколадок 130 рублей за 500 грамм. Совсем немножко осталось. Здесь вот килограмм. Конфеты трюфельная. 291 рубль. Так. Тоже тяжелая. 1 килограмм. Ассорти Sweet Life. Глазированные с малиной и шоколадом. 248,50. Это конфеты-батончики сливочные. Шоколадный вкус. 112,50. Мини-карамель. Здесь апельсинчик, лимончик, яблочки. 128 рублей. Так. Конфеты Тузик 175 рублей. 500 грамм. И конфеты 7 колосьев. Тоже 500 грамм. 177 рублей. Ну вот, наверное, уже почти подошли к концу. Конфеты с печеньем 500 грамм. 119,70. Эти вкусные конфеты ярче супер Bon Time кокос 1 килограмм 279 рублей. Это конфеты Twins 35 батончика 146,70. Уморила я вас этими конфетками. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Чай 100 чайных пакетиков 132 рубля. Такой чай черный байховый 81 рубль, крупнолистовой 200 грамм. Чай Хан, рецепт силы, энергии, бодрости 133 рубля 150 грамм. И такие всякие с облепихой, со смородиной, это с ароматами 41,50. Мясо 212 рублей. Сырочки 14,40. Творожные. Пингвиненок. Творог 76,90. Вот этот, а этот 130, по-моему. Сгущенное молоко. Кореновское 51,90. 270 грамм. Молочный коктейль 60,90, очень вкусный, без заменителя молочного жира. Икра. Икру я беру постоянно в крем-соусе с ароматом копчения. 72,50 на хлебушек с чаем сладким, очень вкусно. Грибы брала один раз, но что-то больше я не хочу. Так есть можно, но 230 грамм 117,90. На вкус и цвет товарищи нет, сразу говорю. Паста из морепродуктов со сливками. Тоже брала. 100 рублей стоит. Мне не понравилось. Вот это вот недавно пришла. Из морской капусты. Витаминный салат. 350 грамм. 62 рубля. Такой тоже брала. Мне тоже не понравился салат. Из морской капусты. Дальневосточный. 61 рубль. А вот такую в прошлом году. Она была из морской капусты с добавлением белокочанной. Была очень вкусная.
запекачки классические, 169 рублей. Я как-то их пробовала на дегустации. Неплохие сосиски, сардельки. Так, это Лидер. Шпикачки Орские, 170 рублей. Ничего не могу сказать, не пробовала. Сосиски с сыром, 170-90. Свинина застольная, 423 рубля в вакуумной упаковке. Еще сосиски, это, наверное, куриные. Да, пробовала вроде как ничего, 156-90. Но я пробовала их с такими холодными, не разогретые. Кто-то мне написал, что не очень в разогретом виде. Так, вишневый дым, молочные сосиски. А где? Где ценник? 164,90. И смотрите, какие стейки. Карбонат свиной, стейк 399 рублей. Кто брал, пишите, вкусно или нет. На вид очень смотрится хорошо и стоит всего 400 рублей. А в магазине такой стейк, шейка, будет стоить около 800. Почти в два раза дешевле. Ну и креветки не забываем. Надо креветки тоже запастись к Новому году. 536 рублей. Ну и палочки крабовые. 195 рублей. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.